какая-то движуха тут намечается. Гидроузел. Лисичка бежит. Или это поросеночек? Познакомимся с тобой? Ты поросеночек или ты лисичка? Иди сюда. Да дай я тебя поглажу, иди сюда. А на вид ты такой симпатяшка. А на самом деле ты злой, да? Только ты не гавкай на меня, ладно, пес? Все, база. В Беларуси очень темно ночью, темнее, чем в Каменске-Уральском. Это моя иллюстрация для музыканта Шелби Симки. Печатается на ризографе в американской типографии Pechanga Press. В этот уикенд я решил посетить выставку «Беларусь интеллектуальная». Вначале тут показывали на улице белорусскую технику, российские машины, а войдя в помещение, можно было увидеть вот виртуальную реальность, квадрокоптеры боевые, красивых военных женщин, установки для телепорта, вкусную картошечку. Горизонт показывает прозрачный экран. Я смотрю на себя в тепловизоре. Фотка есть? Задаете нужные точки, она вам расстояние выдает. А я думал, она сейчас узнает, что я так совершил год назад. Это, думаю, не узнает, но поблизости, думаю, да. Где-нибудь есть такие. Можно было попользоваться электрошокером. Забыл. Это что, дождем кто-то прячется? Сидит кто-то? Тут тучи.
А я иду до Короны за курицей гриль. Я не знаю, успею или нет до дождя. А, вон. Корона вот возле того здания. Вот этого. Блин, чуваки. Никогда не брейте ноги, запомните.